еду в Драгичин. Вот это первая за березой деревушка, забыл, как Угляны называются. Вот кто-то дома, здесь прямо на, может, на трех сотках занимается сами, производит саженцы. Вот. Очень интересное занятие. Там, видимо, прививает, продает их. Вот земли совсем не надо немного, чтобы заниматься. То есть я когда вот гуляю, люблю заглядывать в дворы какие-то, смотреть, как живут люди. Мне интересно там это все. То есть вот это тоже такая вот архитектура белорусская, уходящая. А вот это приходящая. Продолжаем подглядывать в чужой огород. Но мы подглядываем и не бросаем камень. Курочки ходят с петушком. Меня подвезли до деревни Дягилец. То есть это 2,5 километра примерно. Смотрит на меня, что за перец. Едем дальше. Красота. Хули ты там? Нет, это не, это индюшки, они не кричат хули. Это индюк кричит. Хули, хули, хули ты. Вообще, друзья, я понял, нужно такую рубрику завести на царе горы. Глаз в чужой огород. То есть смотреть, как живут люди, подглядывать через забор. Как они, вот как белорусы, ведут сельское хозяйство. Стоять так и наблюдать. Это интересно, я думаю. И вообще, я понял, что вот архитектура, вот эта народная белорусская архитектура, такая вот самопальная, я думаю, в ней очень много чего тоже есть. В ней тоже много чего есть. В ней есть информация, ее можно читать. Надо этим заняться, надо посмотреть, порассуждать над этим. А пока я стою и стоплю, раскинул паруса и жду ветра. Вот. Уже минут 15 стою, меня не берут. Ну ничего, бывает. Бывает в жизни похуже. До встречи. Вот интересно, как природа сама раскрасила забор. И притом так точечно. Вот. То есть это такой грибок. Это мох какой-то, лишайник. Главное, вот эти столбики не трогают. Вообще красота. Главное, оставить все в покое. Природа все сделает красиво. Так, продолжаем рубрику «Камень, ой, глаз в чужой огород». Люди что-то тащат, что-то разгружают. Видно вдалеке, у них там крылиные клетки стоят. Красота, молодцы, идет жизнь. Огород у людей. Обожаю полешуков. Я сам наполовину полешук. Там вдалеке индюшки ходят прямо по дороге. Прямо ходят и им пробки даже создают небольшие в 2-3 машины. Им сигналят, чтобы они убирались. Так, не берут меня пока. Не берут. Такой вот магазинчик деревенский. Я прошел немножко дальше, но я еще в этой деревне. Надо, чтобы было интересно, надо представить, что ты какой-нибудь немец, и вообще ты приехал первый раз в эту страну, и тебе так все это прикольно вообще, так интересно это.
Вау, Беларусь. На самом деле такое ощущение появляется, когда проторчишь пару месяцев вообще и никуда не вылазишь. Такое ощущение появляется. Вот. Хорошее, приятное ощущение. То есть тебе как бы приятен этот мир становится, тебе интересно, тебе все это не раздражает, тебе даже прикольно это все. Вот так.